Очень даже хорошо, что это ваше лето закончилось. Осень, откровенно и искренне говоря, гораздо лучше и спокойнее. Летом ведь как? Летом все ходит и охает постоянно. Ох, не пропустить бы мне это лето, ну чтоб не как в прошлый раз и в позапрошлый. Прям вон из кожи стараются. И все нервные какие-то. Постоянно оглядываются. Ощупывают себя, как бы проверяя, не потеряно ли еще, нет? И на календарь глядя обмирают. Дескать, как так? Уже 20 июня. Да когда успела это самое 20-е? Вчера ж только второе было, представляешь? А сегодня уже какое? 15. 15 июля сегодня. Понимаешь? Июля. А я еще вся белая, как черт. И жирная. И не купалась еще ни разу. Белый, жирный, не купавшийся черт я. Ужас! Вот осенью такого нет. Всем плевать, сентябрь или ноябрь. Вообще никаких эмоций насчет того, что вчера было 5 сентября, а сегодня уже 20 октября. Ни капельки, такое положение вещей никого не пугает. Все добродушно и со смирением воспринимают любую календарную дату. Опять же, где там столько хлопот? Просто ужас сколько. На дачу езди. У тебя же дача. Шашлыки там жарь, копти куру, костры жги до утра. Как угорелый загорай до утра. Облезь весь трижды, но все равно загорай. И запасайся витаминами. Клубнику обязательно поешь. Прям вот до диапреза. Жри ее родимую. Не забывая фотографировать тазы с ней. А то вдруг кто не видел фотокарточек тазов клубники. Черешни лопай, на малину налегай плотно. Яблоки жрать начинай. Зеленые. С солью. Вкуснотища. А ведь самое главное, все свое, натурально, без химии. Гадостью не поливали. А в поход. Да под гитару. Каково? Вот. То-то же. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все пьяные. С комарами. Какать бегать в крапиву. Пить из лужи. Романтика. Лето. Живем полной грудью. Вот осенью такого нет. Вышел на лоджию, глянул, тучи, хмуро, дождь. Взял да и не пошел никуда. Сел дома плотно, интеллигентно. Сериальчик посмотрел, книжечку полистал. В интернетике потупил. Поспал, чай с печенюшками употребил. Сколько душеньки угодно. А захотел потасковать. Так и пожалуйста. Сел у окошечка, да и пригорюнился. Никто тебя за это не осудит, не скажет. Октябрь в разгаре, а ты дома сидишь, в игры играешь и осень просираешь. Нет, все с пониманием относятся. Безукоризны. Так-то. А если вдруг осенью погода зарядит, ну совершенно не осенняя, холод излишествующий, или же, скажем, наоборот, пригреет чрезмерно. Никто такому не возмущен. Все всем довольны. Никто не кричит и не пишет. Ах, что за осень? Я прям таки зря летние вещи в шкаф убирал. Опять доставать их надо мне. Нет такого осени. Сидишь. Спокойный. Дни не считаешь. Назад поминутно не озираешься. И ничего-то не надо тебе успевать да наверстывать. Ни загорать, ни купаться, ни худеть. Так что черт с ним, с этим вашим летом. Осенью тоже неплохо, а местами так и вовсе гораздо лучше.